Блять, трансляцию никто, да, не может запилить меги. Ну ладно. Фортуна вчера, блядь, с ними ничью сыграла, а кому-то они вчера проиграли, блядь. Red Star, по-моему, Level Pro там, по-моему, играет соп хороший. Там они все хорошие, блядь. О, блядь, походу, что-то они или выходят, или что. Мне сам игрок побежал. Да, то они вышли. Серега. Бля, где цел? Шаду. Где ты? Георгий Черданцев и ФИФА рады приветствовать вас дома у Алавеса на стадионе Мендисароса. Отличный перехват, очень вовремя. И вот удар. Коль. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить там действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Спокойно, вынос нахуй, все. Так, защи трещи. Защи трещи. Теряют они мяч. Соперник среагировал раньше, ворот, чем мяч добрался ворот, до своего ворот, адреса. Поднимаемся. Из-за боковой сразу мяч будут вводить. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Здорово сыграл голкипер. Дошли. Ни шанса не оставил соперник. Назад. Переходят они в атаку. Хорошо. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Поближе к ЦЗ. Переведи. Нет. От ворот будут Хорошо. Мяч вводить в игру. Выиграл гол. Наген, давай. Сам под скидку вперед. Не смогли они мяч удержать. Забегу. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Ниже. Ниже защиты. Атака продолжается, судья дает играть. Очень хороший пас Добрый. На ход. Катают они мяч. Две линии на оборону. Не дают этой атаке развиться. Из-за боковой будут мяч в игру. Стараешься ниже полукруга не спускаться. Сюда. Пас на фланг. Можно мяч Финус. В штрафную навесить. Хорошо. Отлично защитник играет. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Отдает он мяч партнеру.
Отличный прием. Так держать. Немножко поломал. Не получилось у них мяч удержать. Вадик, ближе к мячу там играешь. Ты этот пас должен во фланг. Димари. Отдам центр. Блядь. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это явный фол. Посмотрим, какое решение. Давай я на красного кину. Давай на красного кину. А ЛЗ надо было. Беги. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Играет он на партнера. Можно подать. Бьет с лета. Хорош. Вратарь забирает мяч. Рукой. Чудовищная просто ошибка вратаря. Не смещайся, Сванёк, ниже звань. В его ворота привести. Там трое. Отдает он передачу. Отличный отбор мяча. Ром поближе. И правильно, долой мяч из штрафной. Хорош. Без мяча остаются они. Играют они в пас. Штрафную подача. Здорово! Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Сразу. И буквально подарил мяч сопернику. Будет мяч у них. Мяч у соперника теперь мяч будет. Есть пространство, но, есть варианты для развития контратаки. И Кремль, дайте денег. Достаточно скоростных футболистов в составе этой команды. Вообще ничего не значит, пацаны. Ничего не значит, давайте дальше. 1-0 в нашей игре. Перепотеть надо. Все, пошусь налить и пить. Нет, это не мяч. И есть на фланге место. И как он дальше мячом распорядится? Потеря все в оборону. И мяч выбит из штрафной. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Интересно, куда дальше мяч пойдет? Накрывает этот удар игрок. Иди, Вань, по штрафу. Выносит мяч защитник. Запускай. Да. Из-за боковой ведут они мяч в игру. Вперед. В бровку прям. Станет туда. Пацаны, принимайте все мяч с ЛТ, пожалуйста. А? Не смогли они мяч удержать. Он не будет отпрыгивать. Хороший вынос мяча из штрафной. Он сразу вперед приходит. Играет в пас команда. Спокойно. Никак не получается у них удержать мяч. На дальний буду. Резон шире. Неплохой перевод получится, но защитник. Ниже. Не точный беги, пас. Он сегодня почти не ошибается. Опускайте. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорош. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Не дает добраться до мяча соперник. Ибрагимович. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Другой, смотрите. Вадик в офсайде, блядь. Чуть-чуть поторопился. Вадим, ну как так? Я, во-первых, играю ближе к форварду. Во-вторых, блин, смотри, позиция. 2 минуты добавлено назад к основному времени тайм. 45-я минута. Как хорош. Отлично он действует. Хорошо. И выручает свою команду. Спокойно. По Борису там где-то. Не хорош. Получилось у них мяч удержать. Ох ты, блядь. Нормально. Все, молодцы. Минимальное количество голов, минимальный перевес 1-0 пока. Второй тайм также аккуратно, на контратаках. Все будет нормально.
Не пожарьте. Не пожарьте. Такие же люди играют, как и вы. Вадим, ближе играй чуть-чуть к форварду туда. И смотри за офсайдом. Снимаемся. Давайте не будем тут мячиком отдавать. Так, в ножки спокойно разыгрываем левым флангом. Давайте. Продолжаем трансляцию из Витории Гастейсе. Второй ножки, тайм, блядь, на стадионе Менди Сороса. Ребят, ну что, классно, меня не слышно? Он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Назад. Без мяча остаются они. Блядь. Давай, давай, пошире, пошире, пошире. Подстрахуй его резон. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Перевести можно? Да, поздно. Джагелка. Отлично сыгран. До конца там играть. Ближе к мячу. Хорошо, атака развивается. Хорош. Хорошо сработали защитники. Положение да, вне игры. Ниже, ниже все. С игроками там. Ближе к мячу. Первый. Ровно выкинулся. Ровно выкинулся. Сыграно жестко, но в рамках правил. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Мяч в аут ушел. Игроков. Нападающий ниже половины нашей не опускается. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Ну, Ген. Он что-то вскочил, отошел. Играют они в пас. Хорош. Сколько уже таких выносов он сделал? Кто-нибудь считал? Все верно. Пора сместить акцент атаки. Блять. Беги, Ген, на конце. К вратарю мяч прилетит. Все, назад, слишком назад, сильная назад, передача. Назад, 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 ниже сразу. Хороший пас получился. У меня вот этого красного держива. Нет, не получает эта атака развития. И придется начинать все. Так, дальнюю смотрим. Дальнюю, дальнюю, дальнюю. Арбитр 55-го, смотрите, 55-го. Бомба. Хорошая позиция. Высокий для один на дальнюю. Да, коротким пасом разыграли. Хорошо оборона себя проявила сейчас. Все, так. Хорош. Все в рамках правил, можно играть. В игрока мяч попадает. Впервые за долгое время они подобрались к чужим воротам. Парни, они сейчас убегают в штрафную, давай. Они нервничают уже. ЦЗ, ЦЗ на углах вратарского оба, да-да-да. Соп посередке здесь. Разыграть коротким пасом решили угловой. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Все, ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал. Нападающий. Да-да-да. Кидай на Гену, кидай. Мы слышим Ген, свист трибун. Прям за линию уходи, Ген. Недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Перевод еще можно. Блядь. Перевод. Хорош, 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 хорош. Быстро. Без нервов, без нервов. Зажать, зажать там, зажать. Стоит Ген, подойди. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Не-не, плассируемся, я догоню. Центр, центр, Вань. Играет он на партнера. Хорошо. Пошел, пошел, пошел. Забрал, забрал, забрал. Нету времени у него, ой, отлично, сил нету. Пас прошел. Есть, есть. Мяч нормально. Перехвачен, иди, шанс дальше. Организовать ниже. Собственную атаку. 20 минут осталось играть.
Кен, больше не давай ему так. Видно же, что это... И тут они уверены в атаку. Другому отдай лучше. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Какой удар! А, нет, добил. Нет, не добил. Лицевой мяч оказался, а мог бы за линией ворот. Не торопись, не торопись. В офсайд заходи туда дальше, Ген. Нет офсайда при отворот ударе. Давай-давай, кидай на Генку. Со всей дури выжимай. Хорош. Грамотный пас, все по делу. Да. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Ближе к мячу. Носи-то ниже. И есть вариант, куда сделать пас. Далее. Забивает тут пас. Ребят, поломали линию, здорово там пиздец. Ни да, шанса да. не оставил соперник. Хороший пас, что тут получится? Тип, давай. И эта атака уже совершается с листом арбитра, как слишком поторопился игрок, офсайд. Так давайте побольше контролить, ребят. Да. Уже не убежим. И на фланг. Ближе к ЦЗРу. И как он дальше мячом распорядится? Сравнивать нужно! Так, Рома, это ближе совсем не играет. Мех, не торопись, только, пожалуйста. Не надо торопиться. Опять так же, отодвигай, Ген, отодвигай до полукруга. Подтверждает мои слова. Момент-то у них есть, и бьют они много, но почти все идет мимо створа ворот. И никакой опасности эти удары не представляют. Пошли последние 10 минут ниже, игры. Ниже сразу, не надо там уже ничего. Впереди. Уверенно действовал в перехвате игрок побежали. И в итоге завладел так, мячом. Играют они в пас. Такой удар еще нужно Сереж. Сопроводить криком. Вышли! Ох, как не получается у защитника борюсь. Мяч вынести. Отдает он передачу. Хорошая не попытка, не торопись, прямо в руки вратаря. Спокойно, все спокойно. Вынос с ноги далеко. Сыграю, Вадик. Сейчас. Побороться там, побороться. Ниже. Ниже все. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. Морочка нам лучше. Не убегаем, не убегаем. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Подавай! Отдает он мяч партнеру. И что дальше тут будет? Будешь навешивать, а? И выносится мяч и штрафной. Я, Ром. И великолепно у нас хороший перекос. Бежать, бежать, покой, бежать, покой. Вадик. Беги, беги, беги. Все. Все остальные внизу. Отличный пас. Попробуй. Вынос. Бежать, Вадик. До конца, до конца, до конца с Геной. Бороться, бороться, бороться. Это вне игры. Отлично. Все, пацаны, выноси мяч просто. Вперед, куда-нибудь да. в угловой флажок. Да. да, 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 в угол куда-нибудь, ебаш. Все, и матч закончится. О! Есть! Да. Продолжительный и троекратный финальный свисток. Молодцы, пацаны. И все-таки они смогли это сделать и выиграли нет. невероятный по накалу матч. Нашу стенку гутарскую не удалось. Что называется, на тоненького. 6 перехватов, блядь. 2 отбора на. 6, типа. У Коли 8 перехватов. Да Коля там вообще пипец, блядь. Да. Коля вообще много сделал. Резон 6-4, 10. А в основном слева была игра. Слева, да, они долбили, я помогал. Я там отдыхал. У тебя 20% отпал, блядь. Да, ну что, я закидывал. Ну да, да. Прикинь, как сейчас обсуждение. У них горит там, ебать, что, блядь, тянули время, блядь. У Метеора первая игра выигрышная. Охереть просто. Короче, вся защита сыграла просто...
Очень хорошо. Один раз поломались, вот там я аж, блин, да, аж ёкнул. Два дня. А так защита вообще идеально сыграла. Молодцы, вообще все. Очень лучше. А то что, пришел в центр вообще. У Шальнала можно посмотреть потом в стриме. Классно, дисциплинированно сыграли. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды, ну, соответственно, в обороне. Они помешали пробить точку. Сыграют они в пас. Штрафную подачу. Два пьем, пьем. Да-да-да. Здорово, очень хороший удар. Нам завтра нужно выходные сделать. Блядь, ну там... Беги, не вроде не включено. Ибрагимович! Хороший. Вот вам пример того, пошел, как нужно проводить контратаку. Давай, достаточно скоростных футболистов в составе этой команды, которые в таких... А, блин, там закрыли приводили. Разыграть коротким пасом решили угловой. Навешивает штрафную. Все, есть там кому сыграть. Бой просто. 25 очков. Да, это совсем не точно. Совсем немного не хватает им завершения атак, чтобы сравнять...